Здравствуйте, Полина! Поздравляю вас! Такой серьезный успех на взрослом уровне. В компании, по-моему, самых сильных наших спортсменок, по-моему, да? Сами как у себя ощущаете? Вы довольны или все-таки хотели соперничать больше с Катей Рейнджиной, с лидером нашим? Да я не думала о соперничестве, я больше думала о времени. Угу. Мне казалось, я должна побыстрее пробежать. Угу. Ну, видимо, тяжело, когда впереди такие люди. Но девчонки на самом деле были очень сильные. И Алена Мамина, и Екатерина Рейнджина, да, и другие девочки. То есть далеко не все попали в призы, но мы заняли второе место. То есть сами как считаете, то есть вот ваша работа, да, с тренером, с Надеждой Кривцовой, да, она приносит результаты. Сами чувствуете это уже, да? Да. Тренер меня специально готовит. Я ее попросила приготовить меня к 400 метрам, угу. Потому что на мире я больше всего хочу бежать 400. То есть 400 метров на мире будем, да, на Нью-Йорке? Мы еще точно не решили, но мне хочется так. Мы еще думаем. То есть все-таки этот старт был такой как бы прикидочный, да? Да. Какая генеральная такая петиция перед миром, да? Да. То есть на больше стартов не будет, я правильно понимаю? А завтра будете 200? Нет. Или... То есть вот сегодня последний старт, который показал. Ну то есть вы довольны вот с вами готовностью, то что по плану идете по коровненько? Или можно было чуть лучше на данный момент? Можно было чуть лучше по времени, но в целом нормально. Полин, вот вы как бы новое поколение российских легкоатлетов. И то, что многим юным талантам, тысячи талантов, да, многие следят за вашими успехами, как бы, да, в интернете. Это как-то вас мотивирует, то, что вы как бы уже в таком юном возрасте становитесь как бы примером для вот подрастающего поколения, которое моложе вас, которым сейчас 13-15 лет. Да, мне очень нравится, когда на меня смотрят. Я люблю. Реально, я просто вижу, как бы я могу делать аналитику, вижу количество просмотров и могу сказать, что у вас очень большое количество просмотров, то есть у вас очень большое количество поклонников, которые следят за вашим, как бы, за вашими спортивными достижениями. То есть вас верят, получается. Вы чувствуете, что над вами какая-то как бы такая ответственность, то, чтобы показать эти доказательства результатами на уже таком мировом уровне? В первую очередь это ответственность передо мной самой. Но меня очень мотивирует то, что так меня смотрят, меня болеют. Мне это очень нравится. То есть вы благодарны, да, этим вашим болельщикам, которые за вас призывают и желают вам успехов. Я тоже вам как бы души желаю успехов. Я считаю, что именно через нашу молодежь как мы и добьемся нашей реабилитации. Я думаю, что мы покажем чистоту российского спорта. Удачи вам! И уже новых успехов на мировом уровне. Спасибо вам большое.